Зачем тебе такая большая шея? Вань, вот ты бывший вратарь, скажи, зачем вратарю бокс? Как? Хватит? Круто. Немного западаете при ударах, надо больше шагом. Володя. Ваня. Стас. Стас, а вот скажите, а зачем вратарю сборной России нужен бокс? Ну, во-первых, я не всегда был вратарем сборной России. Во-вторых, считаю, что каждый мужчина должен уметь постоять за себя. А вот что для вас на первом месте? Боксерские перчатки или вратарские перчатки? Конечно же, вратарские. Я вот боксерские, если не считать сегодня, притрагивался, наверное, год назад. А чего-то? Почему? Постоянно вожу их с собой в машине и пытаюсь найти время, но на самом деле... Много игр, а если нет игр, допустим, в отпуске, у меня с марта болело плечо, и я его все залечивал тоже до середины лета, тоже не рисковал. И, ну, есть разные, то кисть, то плечо, то времени нет. Так что разные причины, но иногда не хватает. На самом деле, когда что-то идет не так, мне... Нужно иногда разрядиться. Это встать там на лапах постоять или около груши. Это наилучшее решение для меня. Ну или тренажерный зал. А можете рассказать какой-нибудь случай из жизни, когда вам бокс пригождался? Самый грустный — это когда мне попалось человек 8 месяц с сотрясением. Так сказать, отдыхал от футбола. Вот, еще один. Вот было так, что выходили в субботу, вроде бы выходной день. Какой-то праздник был. Уже дошли до машины, и там двое парней были пьяных. Ну, один зацепился, что-то взглядом, взгляд мой не понравился. Или еще что-то. Он с бутылкой стоял, подошел, ну, там, диалог, как обычно бывает. Ну, да, и я не стал долго дожидаться его действий. Так как, ну, от него веяло агрессия, и сделал одно движение, и все. С самого начала, я не знаю почему, но мне не очень нравился рукопашный бой. Я ходил на него так, просто для личного развития. А футбол, как я только вот пришел на первую тренировку, я вот прям почувствовал, что это мой вид спорта. Почувствовал прилив сил. Мне не очень нравится, когда мое лицо постоянно расквашенное. Я хотел быть красивым мальчиком. Хорошим. Футбол — это замечательная игра, мне кажется, это лучшее изобретение всех времен и народов, как для меня. Я бы не знаю, что я бы делал, если бы не было футбола. Наверное, бы продолжал бы заниматься рукопашным боем. А вас троллили как-то, друзья? Что? Троллили. Нет. То есть это они отнеслись ребят, спокойно? Да, да, спокойно. На самом деле все адекватные друзья как бы понимают, ну, это же не боевик в американской фильме, что ты сделаешь. Самое главное, троллить могут, если ты против тебя стоит человек, и ты взял и убежал. Вот это надо не троллить даже, а подумать, какой ты человек, если ты взял и убежал. Ты можешь проиграть, в этом нет ничего проблем. На ринге, в игре, в футбол, на улице, ты можешь проиграть. Просто ты не должен сдаваться раньше времени, бояться. Это везде так. Это должно везде присутствовать у мужчины, по жизни с ним идти. Ты должен оставаться мужчиной.
но не глупый мужчина. То есть бросаться, видишь толпу вечером, агрессивно настроена, обойди, это не зазорно. По вашим рассказам, вы какой-то героический человек. А это правда то, что вы каждый день почти вставали очень рано, и вам надо было к 6:45 уже быть на тренировке вратарской? Ну, во-первых, скажу, что до героя или героического эпитета, который ты мне наградил, мне далеко. А насчет того, что мы вставали, да, у нас были тренировки в Тольятти. Там 6:15, там еще 30 минут надо было добираться. Приходилось рано вставать, ехали туда, тренировались. У нас была или тренировка с командой, или уроки. Два урока, потом тренировка, потом уроки, тоже три. На воротах на асфальте, это правда? Или... Ну, это да, это было. То, так, что вы много было... играли на асфальте. Ну, это Влади был там 7, 8, 9 лет, когда он был. И мы играли на асфальте. Было и зимой, и был снежок поверх асфальта. Он... Ну, это вообще сказка, нормально все было. А бывало так, что пинали мяч на асфальте, да, вставили ворота. А как вы за ними прыгали? А честно, я даже сейчас, вот на асфальте я уже не помню, как мы прыгали. Но я хорошо помню, вот мне врезалась в память, это резинка и земля. Ну, земля с камнями, конечно, с маленькими, с неприятными камешками. Это так отдельная история. А вот резинка, это квадраты, там, не знаю, метр на метр. Играли, падали. И на боках у меня, ну, в принципе, как бы есть шрамы от того, что ты, когда падаешь, у тебя кожа сдирается. А вы можете показать шрамы? Ну, я не знаю, сейчас увидите, не увидите, но... Ну, если увидим. Ну, сейчас я даже не знаю, видно будет, ну, как бы, есть. Да. А вот попробуйте сейчас угадать игрока, я вам сейчас скажу. Он больше всех провел матчи в Лиге Чемпионов. Больше всех. Касильяс? Как угадали? А у вас есть свитер Касильяс? Я взял... нет, это не Касильяс, я извиняюсь. А кого? У меня Элтона был свитер. Но я отдал там ярой болельщице Порту. Я там снимал квартиру в Браге. И у хозяйки была родственница, которая... болела за Порту и отдал. А Касильясу я подходил за майкой, но он сказал, меня кто-то опередил, с ним кто-то уже договорился. Вот гад. Мы найдем его. А вы знаете, чем был лучше Касильяс? Ну просто, нет вообще догадок. Нет. В вопросе голосования народном вы победили, вы обогнали его. Он был вроде бы на четвертом, а вы на третьем, да, Вольф, или я ошибаюсь? Да. Да, ну, да, я это слышал. Ну, каково это чувство, когда ты легенду опережаешь? Да. Ну, ребят, это все субъективно. И... Ну, и сейчас-то он не лучшим образом стоит. Знаете, время. Да, время идет, все меняется. Может, сейчас он не лучший, как было раньше, но был он им точно. А вы мухлюете во время пенальти? Ну, то есть там выходите за черту? На самом деле, если у меня был бы планшет, я могу показать, так сказать, паузами, можно было где остановить, что все вратари... Неправильно комментаторы говорят, что вот он сейчас прыгнул наугад, а сейчас по мячу. Вратарь всегда он читает. То есть, если он не стоит на месте, и, грубо говоря, мяч у него вот где-то в метре, в полтора от него, и он отбивает, реагирует. В этих случаях, конечно же, он просто решил остаться в надежде, что
игрок ударит какого? Где-то рядом, ну, посередине. Какого во время финальной серии пенальти? Да, да, или просто на месте стоял. Уже пошло, уже пошло. Да, тут сложно поймать. До удара уже было как-то. То есть надо, вес перенести. Он уже то вес есть перенести. Он уже понял, что он до последнего ждет, до, так сказать, до возможного последнего. Но он по мячу стоять, это то есть должен хотя бы мяч сойти с ноги. И после этого будет прыжок. А знаете, будет как это выглядеть? Это будет удар. Ты начинаешь только прыгать, мяч в сетке и твой прыжок. Вот это по мячу. Так что реакция человеческая не позволит сыграть по мячу. Если прям говорить, ну, придираться к словам и говорить, вот, насчет, что вот этот вратарь сыграл по мячу. Надо перед ударом хотя бы перевести вес тела в одну или в другую сторону. Ну, уже все равно, это уже выбор. Это уже выбор, куда... Но, нет, почему? Но игрок, допустим, тоже может изменить. Нет, он может. Он опять же, есть разные, по-разному игроки бьют. То есть, если бы, вот как вы сказали, Азар, он подходит медленно, ты его до последнего ждешь, можешь его раскачать. То есть, качаешь там, чтобы он засомневался, допустим, если у него уже есть какой-то выбор. Да, вот, да, видите, медленно. Он так зачастил, да? Так, как... Медленно, вот это сложно, шагает. Когда подходит игрок медленно. Очень сложно. Мне кажется, он самого себя перехитрил. Он очень сложно, он ждет, смотрит до последнего. Он, знаете, он еще так медленно ногу занес, и только потом резкий удар. Смотрите, вот сейчас Буффон качает, да? То есть он в одну сторону и прыгает в другую. Кстати, угадал, по-моему. Да, знаешь. Ну, опять же, угадал. Это принял решение, он, в принципе, до этого. Опять же. Смотрите, он сделает шаг вправо. Да, и, да, был такой микросезончик. Позволяет, смотрите, щекой удар не очень сильный и не в угол. Ты уже свой отработал, так что можешь идти. Хорошо. Надо понять, какой ногой будет бить игрок. То есть правша, левша, то есть есть свои нюансы. Игрок медленно разбегается. Крадется потихоньку, он смотрит на вратаря. Тут можно качать. Ну, самых два простых, это то, что ты стоишь до конца, ничего не делаешь. Он может запаниковать, потому что он ждет, что ты предпримешь. Все, давайте. А ты ничего не делаешь. А можешь и сделать третий вариант. Ты разбегаешься, да, я куда-то завалился, он бьет в другой угол. Но опять же, если ты знаешь, что так игрок делает, ты можешь специально завалиться, показать им, что в один угол ты завалишься, а прыгни в другой. Давайте. Бей, Володь! Борис болит. Я не буду еще играть с вами. Все, давай. Вылезай. Вань, тебе надо уроки самообороны или как драться в ринге? Я не буду делать карьеру боксера. Хорошо. Самый простой – это удар в пах. И это, да, тем более большой человек, маленький, есть по-разному. Опять же, даже в твоем возрасте это удар в пах коленом – это самое эффективное. Надо стараться, чтобы у тебя руки были... так сказать, в районе лица. Человек приходит агрессивно, начинает тебе что-то рассказывать. То есть стараться... Самое плохое – это стоять руки в карманах. Потому что ты ничего с ним не сделаешь, так с ними и упадешь. Ну и второй, самый простой – это удар сбоку. Самое главное в любом виде спорта, также на улице – это характер. Если ты не привык сдаваться, борешься до последнего, то это самое главное. Ваня, я тебе дам главный совет. Какой? В драке уличной самое главное вовремя смыться!